парке сказок заливают каток. Такой подарок местным жителям сделало руководство территориального управления Томилино-Октябрьский. А роль ледовара взяли на себя сотрудники коммунальной службы. Наша съемочная группа следила за процессом создания катка. Залить ледовый каток на Большой Поляне парка сказок планировали еще к Новому году, но из-за положительной температуры воздуха сделать это так и не удалось. С наступлением морозов томилинские коммунальщики взялись за дело. Уже второй день здесь вовсю кипит работа. Мы сделали небольшую планировку и теперь поэтапно отливаем воду. Значит, уже прошли мы здесь два раза. После этого, как очередной будет слой замерзнет, мы произведем полировку льда. Вот, и контрольный, так скажем, уже теплой водички прольем. Ледовая арена вокруг новогодней елки – давняя мечта томилинцев. Уже к концу этой недели здесь можно будет кататься на коньках. Причем такое развлечение бесплатно для всех. У нас есть наш муниципальный стадион «Урожай», там у нас прокат коньков. Мы подумаем, значит, если нужна будет такая потребность, значит, как-то рассмотрим возможность сделать здесь стационарную точку для того, чтобы давать коньки на прокат. Приходить на каток можно в любое время. Томилинский парк сказок хорошо освещен. К тому же здесь предусмотрены все меры безопасности. На территории парка установлено 11 камер видеонаблюдения, а также 6 тревожных кнопок. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.